Да. Я не могу оценить роль благосферы в политической жизни России, потому что мало в ней бываю и плохо в ней разбираюсь. Я использую компьютер по двум назначениям. Первое – это как энциклопедия. Это, конечно, нечто абсолютно бесценное, здесь нечем говорить. И второе – это как электронная почта, что тоже понятно зачем. Блоков я почти совсем не читаю и эту форму жизни не совсем понимаю, потому что интернет – это предельно демократическое пространство, а поскольку дураков всегда больше, чем умных, то большая часть интернета, разумеется, заполнена страшной дурой. Кроме того, что мне непонятно, как взрослые, умные, серьезные, занятые люди могут что-то писать в Твиттер, потому что я для себя не понимаю, зачем. Вот он мне говорит, а у меня все, что я напишу, читают 4000 человек. Зачем? Вот я пришел куда-то, написал, и 4000 моих читателей прочитали. Я не знаю, может быть, это форма графомании, но я не понимаю, зачем это. Таким образом, лично я провожу в интернете времени мало. Не потому, что я к нему плохо отношусь, а потому, что больше ни времени нет, и я не знаю, что мне с ним еще делать. В компьютерные игры не играю. И, друзья, как я уже говорил, наше время ограничено, поэтому последний вопрос. Я передам микрофон той даме, которая еще не задавала, а потом перейдем к автограф-сессии. Милыш, скажите, пожалуйста, вы обещали к Новому году обновить ваш сайт, а пока это не происходит. Когда это? Вы знаете, действительно, я пытался достать до людей, и обещал, и не обновил, и грешен, и правда, и рад бы. Я не знаю, как до них добраться. То есть у них сменились телефоны, они не отвечают ни на какие запросы, и нужно просто искать какого-то компьютерного умельца, который как-нибудь у них все это дело вынет и обрушит, а новые сделает. Пока руки до него не дошли, а пожелания и замечания абсолютно справедливые. Извините и спасибо. Итак, дорогие друзья, наше время, к сожалению, подходит к концу, но на этом встреча не заканчивается, потому что сейчас Михаил Осипович с радостью оставит автографы на своих новых книгах, и это произойдет не здесь на сцене, а в Чукале, вот сцена стенда издательской группы «СТ», и все-таки...